который хромает. Вот, кстати, к слову, о всех использованных Бердыевым заменах. Сейчас в девятером осталась команда, потому что Рондону оказывают помощь. Да, пока возвращается на поле Рондон, но совершенно не факт, что сможет он нормально играть после этого. Замен у Бердыева, напомню, нету больше никаких. Пытается разойтись Венесуэлес, но похоже, что играть он не сможет. Опять возвращается за пределы поля и под аплодисменты уходит. Вдевятером придется Рубину заканчивать этот матч. Да, вот это уже просто какая-то катастрофа. Соломон, мы хотим тебе вручить этот подарок. Это честь признательности перед твоими заслугами, перед нашим клубом. И за то, что ты уже, так сказать, много чего сделал. И дай Бог, сделаешь еще больше. Этот подарок тебе домой. Огромное спасибо за этот подарок и ваше внимание. Я могу ответить вам лишь своим трудом. Я обещаю сделать все возможное, чтобы Рубин продолжал расти и добивался больших результатов. Я чувствую, как вы меня поддерживаете, и это очень важно для меня и моей семьи.